What's up guys, welcome to my channel. If you are new yet, my name is Divine. I'm a musical fly, minominak, drummer and a keyboardist. I have been for many years. I started making these videos as a space for music lovers like myself to check out our favorite artists and break down some of our findings that make them so fantastic. Make sure you follow us on Instagram at the Perseverance Reaction in order to recommend your favorite singers for us to react to. Hey, you killed it, you killed it, you killed it. Are you? What's up YouTube? Hope you guys are feeling good. Today guys, we're back again to a new video guys. I'm Zay, my beautiful girl. My name is Divine guys. Guys, today I'm going to be reacting to best Putin jokes guys, president of Russia. I just can't wait to check this out. I really love this man. Like I've watched a lot of TikTok, like TikTok about compilation about him. Like different TikTok. Like this man is really good. Like he's lively. He takes his country like a home. And everyone around his family, and I like that about him, guys. I can't wait to check out this one of Joe's guys. You know how I do it? Don't worry, it's more. Let's get into the video. My name is Wang Ziwei, and I came here as a beginner. Только что мой коллега уже сказал, что он не верит, что все это уже случилось, но я более не верю. Потому что у меня специальности перевод, и когда я была в университете, у нас было очень много упражнений, а ваши выступления, и мы так много делали, но а вы сейчас прямо здесь, но я просто не верю, это как бы во сне. Но да, и у меня... Я вас ущипну потом. Действительно так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения, и с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политической сцене. И Берлускони судят сейчас за то, что он живет с женщинами, если бы он был бы гомосексуалистом, ему пальцем бы никто не тронул. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но... Я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Чтобы... That was good. За дровами тоже в Сибирь надо ехать, понимаете? У вас же и дров-то же нет. You should go to Siberia if you need firewood. Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать. Are you serious? Вот, а давайте спросим господина Фийона, он будет выставлять свою кандидатуру на должность президента Французской Республики? Можно коротко ответить, односложно. Я как сказал, как отрезал. Ну, я не знаю, почему бы я бы отвечал на этот вопрос, ведь вы-то на него не ответили, когда вам его задали прямо в глаза. Вам задали. Задали? Да. Я не слышал. Николай Злобин сказал. Pardon, j'entends pas le. J'ai dit que comme le président Poutine. Давайте я еще раз, вроде его неправильно перевели мой ответ, не так услышали. Я не стал бы отвечать на этот вопрос, потому что вы на него не ответили, когда вам задали этот вопрос прямо в глаза. А если я отвечу, вы ответите? Посмотрим. Я не исключаю. Я тоже не исключаю. Что касается запрета пропаганды гомосексуализма, речь идет не о введении каких-то санкций
за гомосексуализм, либо за, за ну, в общем, понимаете, да, что. Вы говорили о, о Дональде Трампе, кандидате от республиканской партии. Вы сказали, что это выдающийся человек, талантливый человек, чрезвычайно умный человек, и об этом говорили во всем мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому его восприятию? И уверены ли вы в этом? Вот. Вы очень, вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Вы возьмите, вот над вами берет верх журналист, а не аналитик. Ну посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Ну вот он у нас сидит пока. Дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и все. Он никакой не агент наш, он нам ни, секретов никаких не выдал. Разбойник, мы бы что-нибудь рассказать на самом деле. Мы все-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только через, по каким-то только ему известным каналам, там, когда посчитает нужным что-то опубликовать. Вот и все. Есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, клопами пахнет. А пессимист ловит клопа на... Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит, коньячком попахивает. Мне бы очень не хотелось, или так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. Хотя, конечно, вроде бы оптимистам живется веселее. Но все-таки, наверное, общая наша задача, не злоупотребление алкоголем, жить на каком-то приличном уровне. Я с удовольствием слушал весь предыдущий разговор и, конечно, выступление президента. Я немножко ощущаю себя некомфортабельно, как тот швартовский честный старик, который сказал, господин президент, я честный старик, мне нечего терять, вы гений. Вот я не хочу выступать в этом духе и не буду. А зря. Чего проще-то сказал и все. То он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах, а вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов, они нам должны. Пусть вернут деньги для начала разговора, так, чтобы создать благоприятные условия. Herr Präsident Putin war ein Teil der Ukraine bei Österreich. Was soll das heißen? Das. Welche Vorschläge haben Sie? Das soll heißen, dass die Ukraine heute 100 Jahre später Teil einer ich habe Angst schon zu hören, was er weiter sagen muss. Einer Kontinent. Все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то
близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтрапупить как следует. То есть наказать их непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали это как специально. Двух евреев, одного хохла, понимаете? Ну, как издеваются все равно. Вопрос, который вы задали, госпожа федеральный канцлер высказалась очень аккуратно, а я позволю взгляд со стороны. Ведь не может эффективно работать единая валютная зона без единой бюджетной, фискальной политики и без единой макроэкономической политики. Особенно, если членами этого союза являются субъекты с разным уровнем экономического развития. Поэтому как это будет сделано? Либо будут создаваться федеративная, объединенная какая-то государственная структура Соединенные Штаты Европы, либо это будет делаться на основе отдельных договоров и соглашений. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Почему у вас так тяжело сказать «извините за оккупацию»? Потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Что касается, начну с последнего. Вы так хорошо говорите по-русски, что уверен, и читаете не хуже. Возьмите, пожалуйста, постановление съезда народных депутатов 1989 года, где черным по белому написано: съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что еще можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что еще нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Все, возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз, достаточно. Теперь по поводу оккупации. Значит, я полагаю, что в 1918 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад России эти территории. В 1939 году они вошли в состав Советского Союза. Хорошо это было или плохо? Сейчас не будем говорить об этом, это история. Я думаю, что это был опять сговор, разменные монеты, в котором были малые государства и малые народы. К сожалению, таковы были реалии той жизни. Так же, как и реалии колониального прошлого европейских стран, так же, как и использование рабского труда в Соединенных Штатах. Ну что же мы теперь каждый день будем позволять мертвым хватать нас за рукава и идти, мешать идти вперед. Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время, но все-таки кое-что помню еще с этого. Понимаете? Кое-что еще у меня в голове осталось. У нас были хорошие преподаватели. Не пора ли ввести налог на роскошь? Это первый шаг для устранения этой чудовищной, раздирающей нас неправды. Налог на эти золотые дворцы, на эти бриллианты, которыми осыпают себя с ног до головы жены и возлюбленных наших олигархов. Ибо развитие и справедливость – это синонимы. Как вы отличаете жен от возлюбленных? У вас какое-то по запаху? По возрасту?
Вы знаете, ну, что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил, мы не имеем к этой проблеме, ну, как бы, прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Зачем они напугали весь мир? Если они уже самолеты сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чем проблема? Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане там, парился в тюрьме. Значит, а они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. That was really good, guys. The jokes were really funny. I got a lot of them, like I understand a lot because it was the subtitle was in English. So I understand it. Wow, this is beautiful watching this film. Putin, like, I've seen a lot of his funny skits, like, funny jokes about him on TikTok. Like, I was like, this president is really good. Aside being a president, he knows how to catch fun, and he speaks the truth. He's really good at this and the same thing. Like, according to what he told the woman, I said he remembered some things his teacher taught him in the university, and I loved that about how he's good at it. Every moment of this was really funny and interesting. It gets me to know more about Russians and what they are all about. This is really beautiful watching this. How was this for you? I really like him. He has a good sense of humor. Yeah. You saw the first video of the lady that was talking to him, like she can't believe she's right next talking to him. Talking to him, yeah. She's like, come on, picture. I like it. He's just trying to make her feel comfortable. Like, yeah. It's just me. Even if I'm president. I'm human. Of Russia, but it's just me. Like, I like it. Because she was stammering. Like, she was unable to speak. She was just talking to me. She can't believe it. Like, I'm standing next to you. Wow. It was so cool. I love the way he's so calm. He's so relaxed. Like, he just... It takes his time before speaking. Like, yeah. And he thinks. You observe exactly. What you say there. It's a very nice man. Like, I really enjoyed this video. I feel like I just saw a different aspect of him, and I just know a little bit more about it. This was a wonderful video, guys. I loved it. Really beautiful, guys. Comment down below your thoughts on watching this. How was your reaction? Give us a thumbs up. Share this video as many as you can. Subscribe to our YouTube channel, guys. You know how to do it. We'll see you guys on the next video. Make sure you stay safe. I just bought a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't know papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales.